Начальник участка Павел Медведь засыпает порошок в специальную установку. Новое очистное сооружение Уссурийского водоканала работает в тестовом режиме уже неделю. Из процесса приготовления флокулянта исключили человеческий фактор, что послужило на пользу качеству. Эта установка дает хороший эффект, потому что исключен человеческий фактор, то есть все готовится автоматически. Все дозируется автоматически, расход тоже считается автоматически. И выходит продукт, то есть раствор флокулянта стабильного качества. На новой установке происходит подготовительный этап очистки воды. Сотрудник засыпает порошок, запускает машину, на тач-панели выставляет необходимую дозу концентрации и открывает кран для подачи воды. А дальше – дело техники. Раньше человек играл намного более значительную роль в приготовлении реагента. Приходилось включать воду, подачу воды в расходную емкость, включать подачу воды на воронку. Затем добавлял вручную реагент в нужной пропорции. По достижению максимального уровня в баке растворном выключал подачу воды и запускал подачу воздуха для перемеса реагента. Новая установка проработает в тестовом режиме еще месяц, а затем наступит черед проверить еще одно сооружение, которое приобрели в рамках инвестиционной программы – машину для приготовления коагулянта. Полина Мельниченко, Роман Адонин, Телемикс.